В молодежном центре «Этаж» подвели итоги районного конкурса творческих работ молодежи по вопросам формирования конкурентного финансового рынка. В состязании приняли участие студенты учебных заведений и ученики старших классов. Несмотря на юный возраст, ребята показали отличное знание вопроса. Каждый из вас уже уникален, вы уже выделились. Вместо того, чтобы сидеть в телефоне, на ютубе, вы приняли участие в конкурсе, вы уже уникальны и вы молодцы. Поэтому вам огромное спасибо, вам успехов. В следующем году обязательно всем принять участие в нашем конкурсе и привести еще друзей. В торжественной обстановке победителям и призерам вручили благодарственные письма районной администрации, благодарности председателя муниципального совета. Поддержали конкурсы несколько банков, которые составили свой рейтинг работ и поощрили их авторов памятными подарками. Мероприятие провели в Северском районе впервые, но главная цель – привлечь молодежь к перспективам развития финансового рынка – достигнута. Для ребят участие в подобных конкурсах – это возможность показать себя, а для финансовых организаций – обратить внимание на будущих перспективных специалистов.